здесь обороняться подопечные Нуну. И это шампионский титул Манчестер Сити под руководством Пепа Гвардиола. Это всего лишь вопрос времени. Ман-Сити проводил свой последний поединок в субботу. Сейчас старается совмещать Саутгемптона в целом. У Манчестер Сити сразу Дешу. Индивидуальные действия Адамы Трауре позволили Вулвс одержать победу. Саутгемптон владеет мячом. Трауре. Шанс провести контратаку даже появляется. Уверован был, либо болел, либо набирал. Даже Стерлинг в этом сезоне какой-то выдающейся результативностью похвалиться не может. Хотя в чемпионате он имеет вторые показатели дентов. Потому подопечные Гвардиолы не нуждаются в большом количестве шансов. Атаку на правом фланге. Трауре. Считая правую бровку у Вулверхэмптона более уязвимой. Трауре на газоне находится. Останавливается игра. Лепорт попал в ногу Адаме Трауре. Мяч. Обеих команд в сумме вышло 8 португальских футболистов. И это рекорд в истории премьер-лиги. Не во всех матчах далеко 8 английских в реализации голевых моментов. Родриг Невиш на Трауре. На газоне Трауре. Штрафной зарабатывает Вулверхэмптон. А Диоши сейчас дает представление о том, причиной улучшившихся результатов Манчестер Сити. Но лишь частичная. Трауре. Крайние футболисты. Вингбеки Вулверхэмптона. Трауре. Сейчас уже 5 игроков Вулверхэмптона. Трауре отбирает мяч у Родриго. Наконец-таки. Хватили мяч. Футболисты Вулвс. Трауре. Вот хорошо сейчас. Трауре. Трауре идет сам. По вне игры также момент возник у Бернарду Силвы в конце первого тайма, когда выручил Руи Патрисио. А Вулверхэмптон, вот неплохая контратака может быть у гостей. Но сейчас Трауре отдал передачу не налево, хотя Нету находился в куда более выгодной позиции, чем Нельсон Семеду. Но, тем не менее, выход сразу 3 атакующих игроков. С командой. Канцелу пробивает сезона. И Невиш выглядел как ветеран, уставший. Вот Вулверхэмптон не сделал для этого, как казалось. Но одно стандарт раз говорил о том, что в полузащите Вулверхэмптона расчет на умение с мячом. А вот еще одна атака Вулвс. Трауре из-за пределов штрафной может пробить с правой ноги. Заблокирован его удар. Контратака Вулверхэмптона. Адама Трауре. Входит в штрафную. Удар Трауре над перекладиной. Второе касание в штрафной соперника. И это тоже момент. Угловой будет. Заблокировал. Видный. Нету пробивает. Мяч падает в ноги Трауре. Трауре бьет намного выше ворот. Намного выше ворот, но это еще один момент у ворот Манчестер Сити. Трауре. Первый из них Гюндоган забил 15 декабря только в матче с Вестбромичем. И, кстати, это была последняя игра, когда Ман-Сити терял очки. Ну, было поражение в кубке. Состояние с Астон Виллой. Дерби с Астон Виллой на выезде. Вилли они проиграли. Вот с Эвертоном будет серьезный поединок 20 апреля. Трауре.